Предприимчивые подозреваемые разработали практически идеальный механизм вывоза топлива. Пассажирский автобус, предназначенный для транспортировки сотрудников организации, использовался злоумышленниками не по прямому назначению. Салон загружался канистрами с бензином. Водитель, благополучно проехав контрольно-пропускной пункт, по пути делал остановку в одном из гаражных кооперативов. В нескольких боксах полицейские обнаружили около 2 тонн горючего, хранящегося в 20-литровых пластиковых емкостях. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Межмуниципального управления Энгельска по подозрению в хищении нефтепродуктов задержана группа лиц. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, похищены и изъяты. В настоящее время в отношении 3 участников группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сумма ущерба, причиненного организации, более 100 тысяч рублей. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.